Приходя в зал, ты ставишь перед собой цель, которая мотивирует тебя. Делаешь вызов самому себе, и результат, к которому идешь, тот тяжелый долгий путь, который начинаешь, должен быть главной мотивацией. Наша мечта – вот что нас заставляет ставить перед собой цели. В этой борьбе ты – твой самый худший враг, потому что ты просто сидишь и бездействуешь, вместо того, чтобы взять и с огнем в глазах рвать все на своем пути. Внутреннее стремление – стать лучше, сильнее, доказать себе и окружающим, что любая цель тебе по плечу. Всегда ясно определяй свою цель, чувство, осознание того, что скоро придешь к ней. Это будет придавать сил. Восхищайся своим будущим успехом. Пусть овладевает стыд и страх тобой. При мысли сдаться и показать свою слабость. Мотивация в спорте – это двигатель, как невидимый источник неиссякаемой энергии. Создай мотивацию и двигайся вперед. В этой борьбе ты не можешь проиграть. Ты должен верить в свою мечту, верить в себя. Нужно просыпаться каждый день, ставить перед собой цель и выкладываться на максимум. Ты должен стремиться к лучшей жизни, к чему-то большему. Нет более подходящего времени, чем сейчас, чтобы разорвать всех. Не обращай ни на кого внимания. Работай 24/7 и наслаждайся результатами. Будь диким зверем в этой жизни. Сегодня – это твое завтра. Работай над собой. Развивайся, становись лучше. Занимайся спортом дома, на улице, в зале. Забудь все свои неудачи. Забудь все, что было до сегодняшнего дня. Думай о будущих победах. Теперь спорт – твоя жизнь.